у меня зацвела молоденькая актинидия. Какие красивые цветочки. Я надеюсь на урожай, на ягодки. Это актинидия каламикта. Они какие хорошенькие. Ромашечки. Форма у них вот такая. Это вот у меня девочки. А мальчик у меня вот этот. Он почему-то пока без цветочков. А нет, он тоже цветет. Это растение двудомное. Обязательно для девочки нужен мальчик. Вот такие красивые цветочки, милые. Я уже сказала, да, это актинидия каламикта. А вот это вот у меня актинидия аргута. Она спряталась за сетку, потому что коты ее объели уже, наверное, 10 раз. И она возобновлялась с корня. Вот какие красивые милые цветочки. Красота. Вот такие у меня молоденькие кустики. Я около дома их посадила. С этой стороны у меня будет актинидия. Вот на крыльцо она заплетется по проволоке. А здесь у меня виноград. Он тоже туда собрался уже, подтянулся. Вот у меня какой хороший виноградик. Несколько сортов его. Вот этот вот с вырезами на листочках. Темно-синий, сладенький. Без кислинки, не вяжет. Вот это вот другой. А вот этот, сейчас я покажу, он практически без вырезов. Такие вот листики. Это Изабелла. Очень вкусный.